Сегодня утром председатель областной избирательной комиссии Юрий Андриенко объявил предварительные результаты региональных выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 7-го созыва и губернатора Ульяновской области. Приведенные цифры максимально точны, но не полны. В них отсутствуют данные с одного участка, которые не могут повлиять на общую картину голосования. Тем не менее, официально это только предварительные данные. Морозов Сергей Иванович, 54,34%. За него проголосовало 286 074 избирателя. Курюнный Алексей Владимирович, 25,45%. 134 004 избирателя. Маринин Сергей Владимирович, 6,57%. 34 566 избирателей. Горячев Олег Юрьевич, 5,55%. 29 202 избирателя. Калмыков Олег Анатольевич, 2,56%, 13 481 избиратель. Сурайкин Максим Александрович, 2,44%, 12 828 избирателей. И Левитас Лев Михайлович, 0,88%, 4600 15 избирателей. По выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по партийным спискам за партию «Единая Россия» в Ульяновской области проголосовало 48,47%. За КПРФ 19,15%. ЛДПР 15,99%. Справедливая Россия 3,34%. По одномандатным округам, 187 округ, Куриный Алексей Владимирович, 35,48%. Тихонов Игорь Викторович, 35,17%. Их разделили, ну скажем так, 700 с небольшим голосов, 729 голосов. 188 округ. Третьяк Владислав Александрович, 65,62%. Синельщиков Юрий Петрович, 13,5%. Грачев Дмитрий Николаевич, 9,8%. Архипов Алексей Анатольевич, 3,56%. Ильясов Руслан Ренатович, 2,36%. Брагин Александр Александрович, 1,43%. И Кислицын Николай Николаевич, 1,06%. Также облсберком отметил высокую явку и активность молодежи. Наблюдатели же и представители политических партий выделяли легитимность прошедших выборов. Выборы прошли открыто, легитимно, конкурентно. Правильно? Нарушений со стороны ни одной из политических сил не было. Это сейчас вы услышали, действительно это так. И мы, как партия «Единая Россия», все-таки довольны, что партия «Единая Россия» 48% голосов наших с вами земляков получила. Это говорит о высокой степени доверия нашей партии. Партии дело. Окончательные результаты облсберком обещает обнародовать сегодня и надеется сегодня же внести их в федеральную систему ГАЗ-выборы. Георгий Кузнецов, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.